Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Михаил, и сегодня я буду готовить кофе прямо вот в прямом эфире при вас, вместе с вами будем готовить, наслаждаться кофе. Но готовить его будем необычным способом, при помощи гейзерной кофеварки. Вот такой вот интересный механизм, интересное изобретение попало ко мне недавно в руки. И сейчас буду показывать, как оно работает и как, собственно, в нем готовить кофе. Устройство состоит из следующих частей. Первое – это вот эта нижняя часть, в которую заливается у нас вода. Вторая – это вот такая вот вороночка, в которую утрамбовывается кофе. И третья часть – это непосредственно кофейник. Смотрите, с таким еще механизмом. То есть кипяток у нас поступает отсюда и отсюда выплескивается по типу гейзера. И поэтому это называется гейзерная кофеварка. То есть три части: в одну заливаем воду, в вторую засыпаем кофе и в третью получаем готовый напиток. И вот специально для видеообзора купил в магазине кофе. То есть мы его сейчас не рекламируем, а реально купил. И буду насыпать, вот прям при вас открываю. Свежий аромат свежесваренного кофе. Вот, насыпаем, утрамбовываем. Все. Кладем очень аккуратно, чтобы не просыпать драгоценный. Крепкий кофе. Сейчас, кстати, за окном, точнее, на часах 10 вечера. И думаю, после такой дозы я не усну. Но человек, который дал мне эту кофеварку, сказал, что заваривать надо по полной. Так что будем заваривать по полной и тестировать сразу при вас. К сожалению, не знаю историю гейзерных кофеварок, когда они появились, но принцип вообще элементарно простой, и мне кажется, в Советском Союзе они у нас вовсю использовались. Ну все, тут везде все просыпал. Ладно, ничего страшного, уже руками пошли насыпать. Пишите в комментарии, кстати, вообще готовите вы когда-нибудь в таких кофеварках или не готовите. В общем, все, затрамбовываем как следует. Ох ты, я ж не вынул. Как теперь достать-то? Господи. Давай, вылази. Ты какая, вообще не хочет. Все, достали. Справились с задачей. Вот смотрите, как в кофемашине прям. Как вот бармены делают. Так же и мы насыпали. Все, теперь остается залить сюда воду. И дождаться приготовления напитка. В общем, видеомонтаж позволяет сделать многое. И я вот там сходил, сделал, заварил. Просто сейчас вам расскажу и покажу кадры того, как все это происходило. А происходило следующим образом. Налил воды, засунул туда вороночку. Потом все это дело прикрутил и подождал примерно минут 5, не больше. Потом начал кипеть чайник. У нас там прекрасный, ароматный, крепкий кофе. Мне кажется, камера не может передать всего аромата этого кофе. Черная такая смоленистая жидкость. Сейчас мы будем наливать. А, черт. Вот знаете, прям очень-очень-очень чувствуется густая, крепкая, насыщенная. И напомню, сейчас время ночь. Но ради вас, ради эксперимента, стоит попробовать. Итак, момент истины. Что ж там у нас внутри получилось? Честное слово, до этого не пробовал. Специально ждал. Вообще замечательный вкус просто. Знаете, напоминает такой крепко заваренный кофе. Вот сколько я в турке не пытался заварить достаточно крепкий такой кофе, но такого сильного не получалось, потому что надо все равно знать свои секреты, какие-то навыки нарабатывать с постечением времени. А такая вот гейзерная кофеварочка позволяет вообще запросто даже дилетанту научиться варить вкусный ароматный кофе. То есть здесь практически не нужны мозги, как говорится. То есть ты поставил, сделал все по алгоритму, и у тебя заварилось кофе. То есть не надо ничего ждать, ничего делать. Так что для тех, кто пробует себя только в кофеварении и хочет заварить классный ароматный кофе, всем рекомендую купить гейзерную кофеварку, неважно какой фирмы, напоминаю. Ну и по традиции ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, приглашайте друзей на кофе и радуйте их приятным ароматным напитком, свариваемым, ну, практически профессионалом с этой гейзерной кофеваркой.